16 октября 2021 года. Исторический день. Сергей, человек, который разоблачил страшные преступления тоталитарного режима, прилетел во Францию в поисках безопасности, политического убежища и своей защиты, чтобы сохранить жизнь, свободу и иметь возможность дальше рассказывать миру о том, что он видел там. И в этот день здесь, в бухте Сен-Жан-де-Люза, патруль Франции. Вот эти парни, вот эти пилоты, они защищают Францию, защищают страну, которая уважает демократию и права человека. Они настоящие молодцы. А я сейчас с нашими коллегами-адвокатами посмотрим авиашоу. И уже буквально через 2 часа сядем в скоростной поезд и отправимся в Париж, чтобы спасать нашего Сергея. Thank you.
Высший пилотаж. Ни в коем случае не хочу никаких противопоставлений. Не нужно. Я просто хочу, чтобы люди в России наконец поняли, что вот посмотрите, вокруг меня такие же мужчины, женщины, дети. Ребята, девушки, бабушки, дедушки, с внуками, родители. И вот эти люди солидарны. Они сделали все, объединившись для того, чтобы их дети и внуки жили хорошо. Поэтому да, в этом видео не будет пыток. В этом видео свободная, добрая страна, которая помогает тем, кто находится в сложной ситуации, кто находится под репрессиями. И лично я благодарен Франции, которая спасла мою жизнь, сохранила свободу и подарила возможность продолжать вести проект «Была бы нет». Вести проект, который, возможно, сделает Россию добрее, безопаснее, комфортнее для жизни и лучше. Вот, пожалуйста, молодой пилот со своей девушкой.
Это наш Дан хоккеист. Пляж. Смотрите. Чистый пляж. Никаких окурков. Никаких пустых бутылок, осколков. Чистый пляж. Потому что люди берегут то, что у них есть, и передают это из поколения в поколение. Хотя сам иногда сажусь за штурвал самолета, но это, конечно, уже для меня только так, смотреть с берега и радоваться за вот этих профессионалов. То, что ребята сделали из ГУЛАГу нет, и, конечно, в первую очередь Сергей, это такой высший пилотаж в правозащите. Смотрите, какая красота, давайте посмотрим. Расскажу вам, да, это бухта Сен-Жан-де-Люза, и там три дамбы. Первая дамба посередине, и та правая дамба, они защищают берег от очень больших волн, которые могут сюда приходить. Там вдали старая и больше шести веков крепость Форт Сакова. И вот за счет дамб получается вот океан без волн. С маленькими детьми хорошо сюда приезжать, или наоборот, очень пожилым людям, которым тяжело в волны в большие заходить, вот здесь идеально. Ой-ля-ля, смотрите, что они рисуют. Они рисуют сердце, ребята. И пролетит стрела. Сердце и стрела. Это Франция, ребята, это Франция. Страна большого сердца и большой любви. Конечно, такой небольшой ветер с океана, он немножко художественный замысел сбивает, но задумка отличная, правда?
Молодцы. Все, ребят, давайте быть добру. Спектакль закончился, а нам пора выезжать за Сергеем, помогать ему.